Студента из Индии нашли мертвым в съемной квартире в Алматы. 23-летний Кумар Химант обучался в медицинском университете имени Асфендиярова. Жилье в Медеусском районе он арендовал посуточно. Камеры зафиксировали, как около полуночи Химант вошел туда с женщиной. Утром раненого студента обнаружила хозяйка квартиры. Она вызвала скорую, но парень скончался в больнице. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан, это убийство. Была создана специальная следственная оперативная группа, в состав которой вошли также сыщики из управления криминальной полиции города. В течение уже первого часа личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 31-летняя жительница Туркестанской области, которая в Алматы находилась на заработках. Женщина была задержана уже спустя еще некоторое время. Она дала признательные показания. По словам подозреваемой, с малознакомым иностранцем, они распивали спиртное, а после поссорились. Конфликт закончился печально для студента. Подруга нанесла ему смертельные ранения. В университете Кумара Химанта характеризуют с положительной стороны. Нареканий в отношении его поведения и успеваемости нет. Известно, что он был единственным ребенком в семье.